У Могилевском институте Министерства внутренних справ отбылся выпускный. Дипломы специалистов отримали 244 курсанта. Удел в ворошистом мероприятии принял наместник министра внутренних справ Юрий Караев. И он отзначил высокую якость подрыхтовки специалистов у Могилевском институте. 5 годов маршировали на этом пляце у якости курсантов. И вот нарешті яны выпускники Могилевского института Министерства внутренних справ. Их повешивал с этой подеей наместник министра внутренних справ генерал-майор Юрий Караев. Сегодня обстановка в стране требует от каждого сотрудника органов внутренних дел проявления максимальной самоотдачи, инициативы и компетентности, высокой профессиональной и правовой культуры. Дипломы отримали 109 курсантов дзённой формы навучання и 135 завочников. У институте отзначают, конкурс сярод абитуриентов с каждым годом расте. Если среди девчонок, то, безусловно, в этом году на порядок выше, 9,4, в прошлом 8,6 было. Но это, опять же, в прошлом году мы брали 25 человек, в этом 20. Среди ребят тоже повышается. Если в прошлом было где-то 2,1, в этом уже 2,6. То есть каждым годом все выше и выше. Лепшим курсантам и выкладчикам уручили узнагороды, листы подяки, грамоты и грошовые премии. После официальной частки для выпускников началось шоу. Рыцары у доспехах, танец маленьких гусаров, ретродемонстрация милицейской формы, выполнение специальной группы элементов тактичной подрыхтовки. Последние 5 лет я проучился с настоящими товарищами, которые... Я уверен, что мы, наш курс добьется многих больших успехов. Здесь, значит, нас за 5 лет научили быть единым коллективом, то есть взаимосвязь полностью, сделать все вместе, поддерживать друг друга, не оставлять в сложных ситуациях. После церемонии развитания со стягом института под урочистый марш офицеры по традиции подкинули монеты. И все! Надея Мяшкевич, Виталь Бобсев, новини регионе.